Во дворце спорта имени Али Алиева прошел финал первенства Дагестана по боксу среди юниоров. Отметим, что в соревнованиях принимали участие около 150 спортсменов в возрастной категории от 17 до 18 лет. Сегодня проходит финал. Отобрались лучшие. Очень конкурентные, шикарные бои показывают боксеры. По словам первого заместителя руководителя Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатова, среди участников первенства с уверенностью можно отметить мастерство спортсменов из Хасаюрта, Карабудахкента, Бабаюрта и Кизляра. По результатам соревнований будут отобраны ребята в сборную Дагестана для участия в первенстве СКФО. Ребята показывают хорошую технику, действительно есть подрастающее поколение, резерв для взрослой сборной. И сегодня будем просматривать их. У них в дальнейшем будут проходить этапы СКФО, где победители будут участвовать на чемпионате России в ведомственных соревнованиях. Спортсмены, занявшие призовые места, также получат подарки, грамоты и денежные призы. Стоит подчеркнуть, что сразу после завершения соревнований состоится первенство Дагестана по боксу среди юношей в Каркмаскалинском районе. Асия Тумалатова, Сиражудин Магомедов, новости телеканал «Среда».